Новосибирская область достигла дна кризиса, так считает глава Минэкономразвития региона Ольга Молчанова. По ее оценке, ситуация при этом не является критичной. По некоторым показателям регион смотрится лучше, чем в среднем по России. Например, индекс промышленного производства на сегодня составляет 100,2%. Я считаю, что та ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, она не критичная. Она сложная, да, но она не критичная. То есть говорить о том, что это повторение 92 года или 98 года, нельзя. У нас нет с вами дефицита ни по одной группе ни продовольственных, ни промышленных товаров. И это, безусловно, связано с тем, что мы сами производим. Да, у нас зона рискованного земледелия, но, тем не менее, в этом году у нас будет валовой сбор и вообще валовая продукция сельского хозяйства больше, чем в предыдущем году. Это, безусловно, чрезвычайно позитивный фактор. И в связи с этим нам нужно наращивать переработку внутри нашего региона. И такая задача губернаторам поставлена.